ничего. Удачи. Мне никогда не паркировать. На азартных играх. Она что делает? Да. Она меня сейчас чуть не убила. Ты что, блин? Прикинь, вы слышали это? Я же ничего не вырежу. Да не снимай, сказала. Вот, поссала. Я несу. Мы херачим до единственного банкомата Сбербанка. Вода, берег. Вода, берег. Просто кайф. Привет, мои хорошие. Я веду трансляцию из машины. И сейчас я еду домой. Брату заказала кроссовки в Фаберлик. Вот он пришел с работы как раз. Педали, Дэня, ты тоже педали давай снимай. Я взяла 45-й. И симпатичные они, да, кстати? Сейчас, ну, блин, мне кажется, что большие такие, посмотри, давай сейчас. Я все переживала, главное, чтобы они не были на тебе. Маленькие, это хуже, чем большие. Где не теплый носок? Симпатичные такие, да? Ну, здесь что у нас, ткань? Я думаю, зам кожи, да? Текстиль, короче, зам кожи. Сейчас померит, посмотрим. Женские. Были бы такие тоже нормальные, да? Ну да. Размер чё? Ну чё? Алло. Лежу, забрать. Я к сестре зашёл, она же это тебе позвонила, говорит, кроссовки пришли. Сейчас на УАЗике приехал померить, забрать. Ну как тебе? О, так что сейчас поеду обратно на работу ставить машину и потопаю потихоньку на хаос. Все. Ну, у меня так все быстро получается. Я же бегаю туда-сюда, летаю. Жена звонит? Привет, Наталья. Привет тебе, Надюхи. Привет. Все, давай, целую. Ну что, как кроссовочек, скажи? Нормально. Да? Размер? Размер в размер. Все. 44, но они были бы. Ну, удобненькие, да, так? Не жмут, не давят, легкие. Легкие, ну, нормально. Можно трениться. Не надо трениться, испытывать. Надо что-то просто нормальное увидеть. Я просто под рабочее, я не понимаю вообще, что. Ну да, это надо светленькое все одеть. Скажи, дядя Виталь. Дядя Виталь. Ручки. Да, вот Наташа для мытья взяла, короче, малинку. Сейчас понюхаю. Ей взяла. Передашь жене. Сейчас занюхаю. Ай, как вкусно пахнет. Кайф. Она будет довольна, я думаю. Короче, 0+. Вот мне нравится. Черт, Илья, обнимает ногами, смотри. А ногами, да, он обнимает ногами, руками. Я не пущу, скажи, не пущу, катай меня. Там меня дочь ждет тоже. Завтра встретимся, будем тусить. Маленькая. Пойдем. Пойдем гулять. Пойдем тусить, да? Нет? Сегодня пойдем. Сегодня пойдем тусить, да? Ты глазки строишь. Нет? Что я еще, кстати, взяла? Взяла. Взяла Кристину. Ну давай, раздевайся, иди. Уходи. Взяла вот еще кондиционер для детского белья. Сейчас тоже понюхаю. Запах такой классический, короче, ну так, не особо, чтобы, нет особо сильного запаха. И Кристинке взяла дождевик. Она, короче, придет, потом померит, и ей вставлю сюда этот кусочек. Вот Кристиночка пришла, я дождевичок примерила. Мне кажется, прям, знаешь, слушай, можно вот так вот в платье, ты идешь в ресторан, да, и очень даже идет, смотри. То есть ты остаешься красивой. Да. И в то же самое время дождь, кроме как низа твоего, ну ничего низ. Взяла, отрезала, лайфхак, да? Зашла в рестик, отрезала, дайте нож. Отрезала низ мокрый, а все сухое оставила. Да красота вообще. Смотри, так тут можно, видишь? Тут с козырьком вообще, да. То есть она конкретная, косметику не намочит. Тебе нравится? Очень, спасибо. Все, ты пошел? Да, спасибо. Спасибо за подарок. Не Все, Дэня, а мы с тобой купаться и спать. Давай, карапуз, до завтра. Мы же в садик ходили, завтра расскажу. Да? Все, маши, молодец. Все, пока.
Мы приехали в торговый... Дэнни, давай сосочку возьмем, а то будут потом нам говорить, что мы как маленькие. Мы приехали в торговый центр «Горизонт», и я своих племешей отвела в лего-комнату. Здесь в «Горизонте» их две. Мы сначала в одной потусуем, потом в другой. Смотрите, как они увлеклись сразу. Ну, сейчас вам покажу. Настёна. Настёна. В общем, здесь целый такой город. Лего. Так, уже нравится. Жалко, малышу моему нельзя, он маленький. Но, может быть, в другую нас комнату пустят, там, ну, чуть-чуть вместе с ним походить. Ну, тоже хочет, похоже. Ну, детям нравится там. Короче, вообще ему спать надо, и я хочу очень есть. Поэтому детей мы сейчас оставляем и сядем рядом покушать. А, Дэнни, вот у нас, через стекло. Ай, нет. В общем, оставляем мы своих детей, кроме Дэнни, потому что я очень буду укладывать спать, и я очень хочу есть. Мы пойдем кушать, а детей наших оставляем в лего-городе. Здесь две милые девушки, которые за ними следят. Мы дали свои номера телефона, поставили, и еще мне рассказали много интересного. Что здесь можно? Сейчас я вам быстренько расскажу. Во-первых, после каждого посещения вам дают скидку на 30% на следующее посещение, которое действует в течение 10 дней. За каждое посещение вам дают купончики. А ну покажите, какие они. Вот такие вот купончики, вот, которые можно собирать и потом менять на лего-конструкторы, представляете? Ну и каждый раз дают скидку на 30%. То есть, в общем, вы не будете... Вы, короче, будете всегда у вас скидка. Будете ходить регулярно, будет всегда скидка. Детей мы здесь оставляем. Туалет, вот здесь, который лего-город рядом с гайд-парком, здесь девочки, если вдруг ребенок захочет в туалет, они, если ребеночка не стесняется, они берут и выводят его в туалет рядышком здесь. Потом приходят, опять все обрабатывают, они здесь в бахилках, их перед входом ручки все помыли. Короче, здесь много интересного, они прям увлеклись, и даже наша маленькая Настенка, 3 года, даже не просится к папе, хочет здесь остаться. Я думаю, малой бы тоже остался, но он хочет спать. Тимур вообще просто здесь нашел себе друга, вообще, говорит, я хочу здесь на целый день, я не хочу в другую комнату, он даже ее не видел. А там другие игрушки, там еще есть зона собирать, где по инструкции, там есть свой санузел. Деткам здесь, кстати, дают водичку попить. Короче, это удобно, если вы хотите нормально походить по магазинам, мне кажется, это находка. Вот, девочки здесь, как бы, вон они стоят, да, они следят за детьми, и все хорошо. Все прозрачно, все под присмотром. Я думаю, детки скучать не будут. А мы сейчас пойдем в кафе, мы сейчас покушаем. Дэньку параллельно уложу спать. Я думаю, что нас дети отвлекать не будут. А потом вечерком, ну не вечерком, а попозже, мы хотим еще во вторую комнату сходить, просто посмотреть вообще, как там и что. Фух, хочу уже. Вот, кстати, еще очень удобно, что пока вы ходите по магазинам, чтобы не звонить консультанту, да, и не переживать, просто вот по такой ссылочке можно пройти и посмотреть в онлайн-режиме, чем занимается ваш ребенок. Вообще как. Без регистрации, без ничего. Очень удобно. Здесь можно приобретать подарочные сертификаты и абонементы. Смотрите, по одному абонементу можно, кстати, водить несколько деток. Ни одного. Покажи. Вот так выглядят подарочные сертификаты, к примеру, на 1 час. Ага. И абонемент на 10 часов. Мы тут сидим, кстати, как раз лего-город видим. Вон Виталя пошел уже. Мала его увидела в окошко, что мы тут сидим. Такое, а что-то ему там по губам. Он читает, что типа забери меня. Пошел ее забирать. Ну а Тимка, наверное, еще останется там. Мы уже покушали. Пью коктейль. Кофе. Кофе холодный. Мы пошли в другое место, где очень вкусное детское меню. И тут есть детская комната. Че, тебе нравится тут, Тим? Нормальная комната? Не жмет? Настя тоже залезла. Ну, короче, здесь тихо, все так разбросано. Короче, все как надо для детей. А мы заказали столько разных вкусняшек, покажу потом. А Дэнни крепко спит, наконец-таки уснул мой мальчуган. Дети резвятся, мы ждем еду. Он у нас кто-то обидел на детской площадке, да? Расскажи, расскажи всем, что случилось. У меня обидела девочка Бойка. Что она сделала? Напугала тебя? Как? Покажи. И ты испугалась, да? Ты подумала, что это за чудовище, да?
Ну ничего, сейчас вкусняшки принесут. Это так. Детская? Да, это детская. Это... Что это? Ты тоже хочешь такую? Да. Ну давай. Что это? Да она огромная, они не сидят. Да, но это значит, вы вдвоем будете. Надо только... Ложечка попросить. Это нутелла, короче, вот ложечка есть. Сейчас... Где? А, сейчас. Где? Вот тут нутелла, здесь коктейль какой-то. Это есть после еды. Мы тебе заказали пюрешечку, котлетку. Так, подождите. Это все потом, понимаешь? Это заказал у нас Тимка. Но, по-моему, он все это не съест. И не съест это все Настя тоже. Они будут это вдвоем есть. Сейчас Тима придет, увидит эту красоту. И будете есть вдвоем. Только после еды. Так, ты что взял? Вкусный коктейльчик, легенький, да, такой? Да, вот тебе это все. А, компотик Настю. Компот. А мне вот такой чай принесли. Здесь апельсин и яблоки. А еще, смотрите, тут медовая печенька. Она так вкусно пахнет. Мне кажется, она очень вкусная. Вообще, мне посоветовали какой-то новый десерт. Называется что-то там про любовь или нежность, любовь. Что-то такое. Там такое, все вот такое, вот такое. Я говорю, давайте. Так они принесут нам десерт, и мы заценим все. Ой, скажите, как он называется? Я забыла. Про любовь. Про любовь, смотри. Я должна заценить этот десерт про любовь. Какой ложкой его есть? Так, здесь шарик мороженого, какая-то крошка. Ой, тут так нежно все. Обжаренный арахис. Тут, короче, тут какая-то... Я не знаю, как это описать. У меня слюни аж потекли. Мы с фотографом ходили, искали. Официантка, она сама пока мне его рекламировала, такая... Там вот это, и вот это, и вот это. Что там за это? Что это за это? Реально. Реально нереально. Класс. Он очень нежный. И хрустят. И хрустит что-то. Нашим детям, посмотрите, какую красоту притащили. Все, пойдем Тимку звать. Еде. Смотри. Кайф? Да. Прикольно. И вдруг неожиданно приносят пиццу. И это половинка, блин. Весь. Ты что, прям? Ты так нас вил? Ты это ручками не берешь, да? Ты вилочкой. Какая половинка? Настя, ты что, тоже пиццу хочешь? Хочу пиццу. Смотрите, у Насти развалился весь этот... Развалила весь свой рисунок. А как Тимка ест, смотрите. Просто садюга маленький. Одно ухо оторвал. Рот съел. Глаза оставил, ухо. Ага, все. Издеваешься. Ты Тимку не будешь ждать, что ли? Ему осталось, смотри, доесть чуть-чуть? Доедай чуть-чуть. Давай скорее доедай, что так медленно жуешь? Все, в рот положил, заживал, все. Бери ложку, скорее ешь, а то Наська сейчас все съест. Давай. Посерединке ставьте. У меня тут склад посуды. Может, тебе поставим? Вот сюда. Не, у меня тут места нет. Ну что, вкусная? Я тут друга прокопаю. Прокопайте внутрь туда. Аккуратно. Аккуратно копай, Настя. Чё? Да. А, зуб? Нет. Так, пообещай всем зрителям, что ты пойдешь к стоматологу лечить зуб. Хорошо, обещаю. Смотри. До свидания. Чтоб в следующий раз уже со здоровым зубом пришел, а то ты не сможешь нормально есть сладкое. О, прокопали. И нормально кушать. Привет, Настя. Ребята решили приблизиться к коктейлю. Встали ногами на диван. Давай пополам. Эти. Попробуй. А вот. Возьми. Вот, возьмите трубочку вот эту. На тебе это. На тебе. А, растаялась. Это тебе. Все, пейте. Не хочешь? Не хочет, ешь сам. Молодец, поделился. Вот хорошим местом не грех поделиться. Посмотрите, мы вчетвером тут поели, объелись и кучу всего набрали. Всего 1898.
Здесь реально для детей детское меню офигенно. Мы еще с собой забираем. Виталька не доел целых два куска пиццы. Называется это Сицилия. Находится в H2O. Я все время сюда вот хожу, мне очень нравится. Когда где-то здесь рядом, прям номер один место. Решила взять такую штуку, буду домой теперь заказывать еду здесь еще. Смотрите, захожу. Дай ему разок по башке. А здесь Дэдбол, человек. Человек-паук. Блин, вы в тени, вас не видно. Да. Тут реально человек-паук. Дэдпул или человек-паук? Кто? Дэдпул. Ой, извините, Дэдпул. Я же не вижу, потому что свет падает против. Против. Вот. Ну все. Человек Редпул или как он там? Редбул? А, Редбул. Дэдпул. Будет скучать без тебя, Тим. Пойдемте в Лего-город искать второй. Иди обувайся. А я уже был в Лего-городе. Понравилось? Да. Все знают Лего-город, конечно. В общем, нашли мы с горем пополам второй Лего-город. Он находится в новом здании, в новом кинотеатре. Нет, ну да, новое здание, короче, которое построили. Вот мимо Золотого Яблока на лифте на третий этаж. И здесь вот Лего-город. Но Тимка говорит, здесь какие-то дети маленькие. Мне здесь неинтересно, да? Я хочу в тот, да? Да. Поэтому мы пойдем в тот, оставим его там. Показалось, что там не скоростной поезд. А, ну здесь вот крутится каруселька. Они людей перевозили. Здесь крутится каруселька сама, я и еще... И еще здесь... Здрасте. Еще здесь вот для маленьких. Большой Лего. О, не дошла. Да, но... такая крепкая Лего. Вот это съемная штука. Козырек также съемный. А можно такое купить? Это, да? Да, конечно, у нас можно приобрести. Продают? А в магазинах да. Лего продается? По-моему, нет. Но точно не, да. не знаю. А день можно, короче, давай типа померим, покупать можно? В ней. Да, конечно. А ну-ка, покажи. Из других цветов, с другими наклейками. Показать? Покажись. Там, да, можно калькулировать размер, смотри. Давай, я тебе чуть побольше сделаю. Лего нарисовано. Человечек. Прикольно. Попробуй вот так. Ну-ка. Не тяжелая? Да, лепится тут все. Прикольно. Вот и наши малышики проснулись. Но еще на дядю Виталию хотят прикимарить чуток. Да. В итоге мы отправили Тимура в Лего-город, который в новом здании находится, потому что друг от друга эти два Лего-города находятся, ну, не близко. И у нас машина здесь рядом стоит. Поэтому сейчас он здесь поиграет. Настя уже наигралась, кстати. А мы отдохнем немножко, и рядом тут есть пара магазинов, в которых я зайду, пока Тимка играет. Так, сейчас мы разыгрываем скидку в новый ресторан. Такую штучку придумали, крутишь? Сейчас выберем. Я выиграла уже 10%. Ну-ка. Два. Давай. Цвет отличается, видишь? Мне кажется, тоже. Вы выиграли, Арина. Это по-японски спасибо. Ничего себе. Еще раз крутите, это ничего не А, это ничего. Удачно. Мне никогда не паркнула. На азартных играх. Давай. Значит, мне пропустила, она заметна. Здравствуйте. Это лотерея у вас, да? Пять. Бесплатная совершенно. Давайте верхние, не будем париться. 15. Два, у тебя больше, а ты, конечно, не зончик. Супер. У наших детей абсолютно разный возраст. Но все они любят бегать возле столба. Где-то Денька потерял. Год и 10, 3 года. И Тимке, я не помню Тимке сколько, 7 или 8. Вот бегает. Ой, ты обнимашки. Ой, ты любовь какая. Ха-х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 а-
делать? Да, волосами. Дорога домой. Боюсь, когда меня пугают. Решила немножечко еще подустать Деньку. Вот они бегают, мяч играют. Молодец! С Виталькой. Ты-ты-чи! Лови! Давай, мамуля тут. Тань. Давай, беги. Молодец. Так, а Настя у нас мыльные пузыри пускает. Ну что, получается? Настя, давай я. Давай я покажу. Настя, Дэнь. Умеет такие? Здесь нужно по ветру прямо их пускать. Смотри. Да, здесь не надо. Здесь надо не дуть. Здесь, смотри, засунула вот так. Вот. А теперь потом вот так, смотри. Во! Давай, я сама поиграю. Держи. Подожди. Не могу попасть. В дырочку. Ты пошла... А, вот колясочка. Да, кто-то оставил. Можешь покатать. Я думаю, не будут против. Куколка? Нету там никого. Пацаны гоняют. Че, вес нормально тебе с партнером? Конечно. Вот, картина маслом. Они, пацаны играют в футбик, а Настя с коляской за ними гоняет. Это вообще сейчас было так смешно. Смотри. Они бегают с мячом, а она вот бегает за ним. О, это ты обводишь еще, Денька? Бдыщ. Вот молодец. Да без этой штучки делать. Пришли домой, хочу показать вам кеды, какие классные мы купили сегодня на распродаже Натали, жене Виталика. Просто сейчас он их заберет и не увидит. Мне они так понравились, но там был один размер, мы решили ей взять. Смотрите, модный цвет хаки с блесточками на черном фоне, очень так красиво, все насыщенно. Короче, они прикольные, мне очень понравились. Один размер оставался, мы забрали. Классные кеды. Камера, блин, не передает всей красоты, блин, какие они классные. Они блестят. Немножко поблескивают. Пытаюсь показать, попытаться. Красиво. Это какой подъезд? Привет, хорошие. Ай. Мы едем в поезде. До этого у меня совершенно не было времени взять камеру. Мы все на суете. Короче, хочется просто пожаловаться, что я впервые за последнее время еду в старом поезде. Вот настолько старом поезде, я просто не знала даже. Я думала, что здесь, ну, тут, мне кажется, туалет даже не био. Не, может и био, но старый. Короче, здесь такая очередь офигевшая просто. Я сейчас в туалет стояла, у меня чуть пузырь не лопнул. Денька спит. Мамка пошла выждать свою очередь. Там целый пол коридора. Кристина где? Сейчас покажу. Она спит. Она спит. Агрессивничает. Да. Вот ее рука. Привет. Ну что это за... Она меня сейчас чуть не убила. Ты че, блин? Прикинь, вы слышали это? Я же ничего не вырежу. Да не смешно, мальчика сделала. Вот она, вот она. Какого-то странного. Вот она, истинное лицо Кристины. Утром, вообще так. У истинное. Я вот утром. Класс.
сама поссала, сходи. Поссала? Я несу. Стала радая, беленькая. Ну, прическу она... сделала. Какую прическу? Я ничего не делала, я встала только, и все. Хорошо, как выглядишь, как русалка. Ну, потому что я просто красавица. В любое время суток. И еще я выпендрежница. Обезьяна, как свой сын. Обезьянка. Я люблю покривляться. Ладно, Кристина злая с утра. Чувствую, я выхвачу сегодня. Да, аж Денька просыпается. Нам осталось до моря 1 часок ехать. Потом нас встретит трансфер, который мы заказали из гостиницы. И мы уже будем на месте. Заселение у нас в 2 часа. Куда ползешь, малышка? Малышка вон ползет. Он спускается. Мама тебе намешала еды? Пересуну. Ну, не видит. Ладно, уже там свидимся. Мы приехали на вокзал Анапы. И с чем мы сразу сталкиваемся? Что нету кофе нигде. Тут одно место на вокзале, на всем, где стоит кофемашина. И я надеюсь, нам сейчас сделают кофе с собой. Нас уже встретила девочка такси. Мама там осталась с чемоданом, пока там что-то раскладывает. А мы с Кристинкой, с малым. Мама, что ты тут делаешь? Снимаешь? А меня не снимаешь? Ну давай, говори привет. Говори привет всем. Я в Анапе сейчас. Нам девушка сказала, что... Так, закрой рот. Посмотри. Что ты всем показываешь свои горло? А девушка нам сказала, что нам ехать 40 минут максимум. Короче, больше, чуть больше 20 километров нам до села Суп. Решила снять вам номер, пока здесь, короче, заходите. Девчонки стоят на входе. Пока здесь чисто, потому что сейчас все будет нечисто. Короче, вот номер наш. Тут у нас на первом этаже, у нас сразу выход с лоджии, смотрите, да, лоджия наша. На детскую площадку. Вот. Вот такие окна в пол, как бы первый этаж. Здесь у нас большая кровать. Мы будем спать здесь с Кристинкой, потому что мама захотела спать отдельно. Мы будем с малым и с Кристинкой тут спать. А мама будет спать здесь, софа у нас раздвигается на 1,80 м. Вообще вот эта твердая фигня очень классная, мне кажется, для малого было бы супер. А ну-ка, матрас. Матрас мягкий, как всегда. Вот, столик здесь у нас, холодильник свой, телевизор, кондиционер. Так, и душ у нас, я думала, конечно, ванна будет, чтобы не посмотрела. Ну, душ, в принципе, тоже ничего. Чего нам тут в ванне насиживать? Вот. Полотенце. И полотенце даже для бассейна здесь есть. Короче, все. Все, разложили все вещи. Я взяла пол гардероба с собой вообще. У меня тут платье на платье. Я думаю, что я не одно платье. Ну, может быть, одно. Одно, может быть, одену. Надену. Все разложили тут. Все, чемоданы стоят. А Денька, вот выходим мы сразу, и вот у нас детская комната сразу. Вот я босая выхожу. Смотрите, какая крутая детская комната. Тут вообще, блин, я сразу представляю, что как было бы круто здесь Настике. Посмотрите, тут прям розовый уголок. Все, вообще столько игрушек разных. Домики. Ой. Тут стол вообще с раскрасками. Тут 1, 2, 3, 5 ведер всяких. Гладилки, глянь, тут вообще. Кегли. Вообще, для малюсеньких самых. Тут что хочешь. Вот строить можно. Доска. Вон наш номер. Мам стоит. Счеты для постарше детей, вон лазить, библиотека, диванчик, сиди, смотри, стульчики. Ой, тут что-то им, наверное, рассказ. Тут аниматор, кстати, да. Не знаю, на улице он или здесь. И еще вот такой есть маленький бассейнчик.
как-то вот залазишь, Денька еще не видела его. И туда, в шарики. Падаешь, только надо это, чуть-чуть подальше отодвинуть, эту стенку прям падаешь. Короче, класс. Ну, Денька рисует сейчас. Тут целый стеллаж машинок разнообразных. Телевизор. Но телевизор мы не включаем, нам он не нужен. А Дэн что делает? Ой, смотри, какая. Ты что, по себе решила рисовать, Дэн? Смотри, какая. Я видела такую, кстати. Да, только надо вот смотреть за ним. Мы с Денькой сидим, рисуем. Мама отпустила на бассейн. Кристинка, по-моему, тоже, не пойму, я то ли в душе, то ли в бассейне. Мы рисуем. Так хорошо, мы не взяли с Кристиной ничего, ни компьютеры, ни только камеры взяли, вот снимать и все, и вот сделаем влог потом. Мне кажется, он будет огроменный. Ну, может, на два разделим, посмотрим. Вот, но самое главное, что мозг будет отдыхать от монтажа, от выкладывания видео, потому что что-то в последнее время совсем запарилась за это. Я намонтировала видео, там три штуки сделала для вас, или два. Вот, фикс прайс еда и фикс прайс игрушки. И одежду с купюр. Вот. Это вы уже могли видеть, наверное. Вот, потом приду, буду делать видео другие, которые сделала уже. И так Дэня соединяет два зеленых фломастера. Колдуешь? Неправильно ты, дядь Фёдор, фломастер. Мои крохи. А вот и Кристина! Я буду рассказывать вам о всех плюсах и минусах. А вот нам встречается первый плюс, да, первый минус, точнее. Это то, что мы херачим до единственного банкомата Сбербанка. Ну, точнее, он как бы один, единственный, не только Сбербанк, а вообще банкомат. Вот. И мы до него фигачим хренову тучу времени. И он еще, говорят, типа работает до трех, охренеть. Это хорошо, если он еще работает вообще. А не сломаны кем-нибудь. Короче, мы уже устали, палящее солнце. По дороге мы видим какие-то домики, отстройки. Я думаю, что здесь все курортники. Вот, это такое село Сукко. Сукко. Вот, название интересное. Ну, очень много гостиниц тут всяких. Но мы, кстати, в хорошем месте. Вот мы сейчас отошли, и тут вот... нету рядом прям магазин, ну как бы есть, ну такое, а у нас прям, знаете, как будто в центре, мы как будто в эпицентре находимся, у нас все, по несколько аптек рядом, по несколько столовой, по несколько кофеен. Ты вообще куда приехала, на море отдыхать или к столовым, и к кофейням, и к аптекам? Не, ну кушать-то надо, пить кофе надо, заправляться. Так что не рычи на меня. Да не рычи, я просто говорю, что... Да не, просто. Банкомат, на счастье, работает. Я на всякий случай сняла все деньги, которые у меня были. А то мало ли, тут мало где берут карту. Вот что не кайф. Так и что, это торговый центр или что? Электроматериалы. Салон красоты. Ой, чек, спасибо. А то мало ли. Да, ой. Надо все проверить. Так, пойдем в аптеку. Кое-что возьмем там. Нужненько. Ну что, первые пару часов я уже отдохнула сегодня. Сейчас пришла за малышом, а только у меня проснулся. Смотрите, какие шлепки я ему купила. Смотри, как у мамы шлепки шлепает. И он сразу одел их, а так он вот еще вот такие резиновые не любит. Я ему взяла вот тут ходить. Сейчас бабушка надувает, что надувает нам? Наш вот свим-тренер. И мы пойдем на маленький бассейн. Там на маленьком бассейне там 50 сантиметров. А рядом есть бассейн 1,20 м. Ну, я думаю, сейчас мы на маленьком побудем, потом, может быть, на большом. Сейчас он привыкнет к водичке. Вода шикарнейшая просто. Я зашла, я даже камеру с собой не брала, в сторис кидала, но не в сторис, в ленту даже, да, кидала. Мой первый поход...
просто вода божественная, она ни капельки не холодная, а потом как тюлень лежишь, и, в общем-то, бывает, знаете, когда вода, ну, выходишь из воды, потом нагреешься и думаешь, не, не кайф, но такая погода и такая вода, что хочется просто вода-берег, вода-берег, просто кайф.